Шалом. Недавно я открыл Игрот Кодыш, письма Любавического Рэба, и там был ответ на вопрос, к чему может привести увеличение финансов, есть ли в этом что-то опасное для духовности человека. Рэба отвечает, действительно, написано, что дамим мерубим, то есть много денег приводит к многим хлопотам. Человек начинает метаться, суетиться, жизнь его уже непростая, он начинает переживать за это, Но Рэбе говорит, с другой стороны, написано в очень глубоком маамаре среднего Рэбе, что увеличение денег приводит к концентрации мысли. Он называет это таким словом «идбонинут», то есть мысли человека усиливаются. Я когда это прочитал, я понял интересную вещь. С одной стороны, человек, который зарабатывает деньги, действительно, он впадает в такую, вы знаете, суматоху. Но, с другой стороны, он начинает по-другому оценивать этот мир. Во-первых, он спрашивает, за что мне все это? Он углубляется в эти мысли, и это, в конце концов, приведет его к прекрасным результатам. Он углубится и повысит уровень своей веры в Бога. Потому что финансы глубоко изменят его состояние. И его взгляд на разные ценности поменяется. Он начнет это оценивать не только материально. Итак, человек должен смотреть на свои финансы, на приток денег, как депозит. Всевышний дает это тебе на время. Если ты используешь вот этот период, углубишься, посмотришь на все другим взглядом, начнешь назначать время для изучения Святого Писания, то ты, в конце концов, сохранишь этот депозит на долгие годы, и, может быть, он еще перейдет твоим потомкам. Шалом, шалом.